хозяйка литературного клуба «Традиция». Мой дорогой друг и большой друг Олега Самсонова, Екатерина Волкова. Ключевые слова. Здравствуйте, я не вижу, где наш юбиляр-то? Он мне нужен, как бы. Где виновник? Где виновник торжества? Самсонов, большой друг, человек и пароход. Тут как бы тебя поздравлять я собралась, а тебя как бы нет. Будь добр, пожалуйста. А вот он, я уже вижу. Да, я хоть слепая, но все-таки углядела. Можно вас, дяденька, на минуточку? Тут у меня такой к вам подарочек именной, скажем так. Вот, вы у нас человек скромный, поэтому с вашим изображением, сакро стежком. Ну, конечно, у меня не такое роскошное поздравление, как у Бестужева, понятное дело. Но зато вот сам поет и сам играет, а еще стихи слагает, музыкально оформляет, сам и видео снимает. Ох, еще фотограф он, наш неистовый Самсон. Если ты и кружку еще сама слепила, то это чудо. Ну, это само собой, на, пожалуйста, с пакетиком, с коробочкой, все как положено. Потому что фотографии это все твои, я знаю. И стихи, спасибо. Ну и продолжая тему, так сказать, в качестве непосредственно поздравления мне поможет наша очаровательная, потрясающая Ника Сигал. Песенка называется «Мальчиком с гитарой 30 лет спустя» и «Мужчинам-министрелям». Вот у тебя в руках гитара. Поешь ты песню про любовь. Я знаю, что тебе не пара, но все ж смотрю на сцену вновь. Ведь так устроен этот мир, и так устроен будет вечно, что есть у каждого кумир, пусть недоступный бесконечно. А ты поешь, не замечая моих печали и тоски. Я для тебя совсем чужая, мы бесконечно далеки. Кто так задумал этот мир, что звезд сияние так беспечно? И почему их блеск манит, пусть недоступный, бесконечно? Умолкла вдруг твоя гитара, допел ты песню про любовь. Все вышли медленно из зала, а я смотрю на сцену вновь, где, сокрушая весь мой мир, недостижимый, бесконечно, с сердца с ума сводил кумир сиянием славы скоротечной. Из зала я уйду последний, ты не заметишь, как бледна. Кто-то ждал опять в передней, домой опять пойду одна. Ведь так устроен этот мир, и так устроен будет вечно, что есть у каждого кумир, пусть недоступный, бесконечно. Спасибо, Ника, большое. А еще я вот не знаю, конечно, я таю надежду, но у меня есть стихотворение.
стихотворение последнее, которое было написано по заказу нашего сегодняшнего юбиляра. Это первый опыт в моей жизни, когда я писала стихи на заданный ритм. Сидела и вот со своим этим медведем на ушах сидела и себе, значит, отмеряла. Вот. Но получилось, что получилось. Надеюсь, сегодня она прозвучит в музыкальном оформлении. Прости меня, моя любовь, за бремя расставаний. Прости меня, моя мечта, за прерванный полет. Я сотню лютых зим и лет иду путем терзаний, но жертва ни одна к тебе пробиться не дает. Редеет журавлиный клин, усталость, боль и тоже. Рябины пламенеет гроздь под проливным дождем. Но в этой жизни не дано нам встретиться похоже. Гора не сходится с горой, как ночь со светлым днем. Катает яблочко малыш по злату наливное, а гуси-лебеди за ним без жалости летят. Прости меня, моя любовь, за то, что не с тобою. Прости за то, что стынет кровь, за то, что гаснет взгляд. Спасибо. Олег, с юбилеем долгих творческих и плодотворных лет. Спасибо. Восхитительная, душевная Екатерина Волкова. Еще раз давайте поблагодарим за эти прекрасные поздравления.